президент Германии Йоахим Гаук и канцлер Ангела Меркель приняли участие в экуменической службе, которая состоялась в Мюнхенском соборе Пресвятой Девы Марии в память о погибших 22 июля в результате стрельбы в торговом центре. Так как 7 из 9 погибших были мусульманами, на службу пригласили представителей ислама и других конфессий. После богослужения в здании баварского парламента прошла траурная церемония, на которую пригласили семьи 9 погибших. Те, кто хотят превратить нашу страну в место страха и ужаса, все эти агрессоры, боевики и террористы, не добьются от нас подчинения, заявил Йоахим Гаук. Они не заставят нас ненавидеть их так, как они ненавидят нас. Они не смогут заточить нас в темницу страха. Мы останемся теми, кто мы есть, гуманным и сплоченным человечеством. В пятницу 22 июля 18-летний Али Давид Санбали, немец иранского происхождения, застрелил в Мюнхенском торговом центре «Олимпия» 9 человек, еще 35 пострадали. По данным полиции, он действовал в одиночку и затем покончил с собой. Исламский след пока не найден. Выяснилось, что молодой человек интересовался массовыми убийствами и испытывал проблемы с психикой.